Блять, а нуба нету. Дон стоит, а нуба нету. Ну так сзади посмотри. Еще и этот и пол не сбит у меня. Вот хоть бы сейчас не спулить, я, блядь, кнопку нажал. Массу. Так может потому что валик еще не убили. Я же говорю, а нуба нету. А вы посмотрите, у вас остались то, что там, блядь, трофеи. А пол есть, надо посмотреть. Вот у Донт 50 трофеев там осталось, которые он собрал там, нет? Да вот сейчас еще половина не прогружается, сервер, подходите. Слышите, пол есть, я могу Анубу запустить. Запускаю? Да, я наверху стою. Куда? Нет, он снова дропнул сервак. Ты видел, Кубок, мой розовый щит? Нет, еще не видел. И че у меня теперь есть розовый щит? А че, опять лег, да, сервер? Да, да. А при этом я не паладин. Кубок, ты где пропадаешь? Вот и работаю. Зачем? Ну, укуш надо. Зачем? Будь как в 39-м, да? Да. Нет, я уже в эти времена не играл на X2. Я понял, типа ты любишь такие джоуксные видосы снимать. Вы, кстати, а вы вот сейчас сидите здесь все в Дискорде и думаете, что мы просто рейдим, а на самом деле с нами блогер. А там нормальные видосы, как он на этом, на острове, на Толгороде кого-то там душил, ДКшника какого-то. Ты там задушил прям сильно. Вот ты ему ногу там прям к горлу. Как Кадюк. Вот такие агрессивные блогеры нынче пошли. Ух уж эти петербуржцы, если б я быть ПВПшер. Я примерно то же самое про Ульду говорю, ребят, так что. Что? Ну все. Понял. Ну, ладно. Я хочу на Рогу Волонир. Как ты можешь хейтить Ульду? Я хочу на Вар Волонир. Какой же Волонир тоже. Просто Вар с Волониром. Идеально. Ну, я бы тоже Воронир собрал. Воронир, да? Ну да, да. Баронир. Точно, Воронир. А что мне не выкидывает? А че меня не пускают? Да вы меня не вип. Нет, вас не впустят, походу. Даже ты богатый, у тебя випка хорошая. Мы берем. Кроме РДДшников. Почему он плюсует? Да нет, ты просто пиши один unroll и не уточняй, говоришь, ну вот смотри. Сколько раз вам прига дропалось, в общем? Ну и все, на этом мы порешили. Не знаю, когда у меня спрашивают, что анрол, я говорю, ну что-нибудь на друида. Возможно, может быть. Что-нибудь на паладина, в принципе, прига подходит. Однажды я так беззаролил лук на мага. Сколько раз у вас прига падала вообще? Не, я без рофлов. Не падал. Один, по-моему. Один раз его падал. Один раз. Да. Ну, в моей гильдии, которая раньше была, тоже один заходит, раз его падал. Заходите, заходит. Я просто сейчас запущу. Давайте уже добьем эту хуйню. Добиваем, а сейчас зайдем к луту. Конечно. Дать под хвостик драконихе. Ну ты осел. Меня снова кикнуло. Конечно, еще звезда, я типа снимался в шайке. Кстати, а что там этот дренейха огненная дает? Это то же самое, что обычный дреней?
Тут Джокс. Классика. Нет. Там прикольно, с Эдбонса блинковаться можно. Есть опрот. Стал, но пинг бы был высокий. Все ресурсы были бы направлены вниз, а не вверх. Ребята, слишком смешно. Ты же кубок, ты знал? Блять, даже X2 вылетел. Кубок. Че? А ты знал, что тоже зашкварился, я тоже деникатом стал? А сколько-то разговоров было. За альянс, вот это вот. У меня мейн за альянс. За альянс, орда сосать. Там, ну да, вот этот все ренегаты обоссаны. Ну, орда сосать. Кто? Кубок, я до сих пор так говорю. Ну, мы про Невр. Тебе вопросов нет. Чего? Нахуй такой нужен? О, нормально. Получается, кидалы. Ну, у меня скрины есть. Бадам тум, скрины голоса. Запись звука называется. Да хрен, такие люди вряд ли там даже скрины делают или что-то подобное. Да не, есть такие. Скорее от таких наоборот ждешь скринов. Ну я наоборот душу вообще всегда, если в пугарейде. По правилам ролла в ПМ. Ногой душишь. Не, ну я бы не слакал, да. Обычно вопросы возникают, когда человек максимально хуёво играл. Слушайте, я хотел спросить по поводу Тринки Сануба. Она тут не рабочая, да? Она говно совсем, я тестил. Ну, я понял. Потому что, помните, на актуале она прям вообще топчик была. Да не знаю, в актуале говно было. Нет, в актуале пользовалась спросом. Ну, двухсекундная КД на прок отвратительная. Прокол был. Нет, то, что спросом пользовалась, это да. Но то, что она не нужна была никому, это просто никто не понимал. Ну, возможно. Вроде зашло заходить. Я вообще что ты обманываешь вообще всех? Я уже захожу. Типа прокала бы она так, как написано. Было бы нормально. А так как она прокает, блядь, за бой 12 проков. Она так прокает, потому что у нее КД на прок. Ты максимум раз в 6 секунд можешь критануть. А если у тебя еще не 50% крита, то ты можешь стак набирать раз в 6-7 секунд. И поэтому это вообще бесполезно. Сейчас, одну секунду. Получается 3 прока в минуту, это получается примерно 10 тысяч, то, да, 10 тысяч урона в минуту. Ну, на что-то там по 20 тысяч, да. Нихуя. Типа по 30 тысяч максимум. По-моему. За бой. Ну да. Ну, я ж тестил, у меня есть она. Кубоп, я ж всем Эрлинку сделал. Кого сделал? Мэрлинку и Запа. Ой. Не, ну у меня Т4 грудак. Я Мерлина не буду делать. Вот я сейчас попросил этого друга ничего сделать Запа. Все, вылет опять, да? Там дом, трандут тут? Ты нам тоже пивасик полетел. Ну что, тебе прямо сейчас сделать? Я могу прямо сейчас сделать. Алло. Ну, если бы разлагал, я бы долетел. Ну, пока. Мне тоже удача посчастливилась. Мне бесплатно скрафтили. Зопа. Да, мне крафтили. Опять лайк. Опять. Ну, это...
Паша, это, может, ЕП и пойдем отсюда. Да, нахуй. Давайте так. Что лучше, уже, блядь, лучше добить, потом, да, пусть оно успокоится. Блядь. Сейчас новый раз, конечно, будет лагать. Что сейчас, трусы какие-то? Да ладно, просто, давай не сберетесь. Просто магазин сейчас закроется, 15 минут осталось. Он пока будет валяться, ты успеешь. Опять за алкашкой, да? Ну а что, блядь, пятница вечером. Убру алкаш! Да он все время понял, типа, где он, на, запил он 15 минут. Подмухай, если так надо тебе перебрать. Вчера... Мне, знаешь, мне просто какая-то картина нравится. Сейчас, типа, такой, да, блин, сейчас магазин закроется. Сейчас такой микрофон выключай, типа, да, пробейте еще две водки. А он в магазине сидит. Ну, да, там с кассиршей уже там заигрывает. И мне больше нравится представлять, что он в тапочках и в халате будет бежать. Я один раз, ну, я в доме, да, в своем, захожу, просто дом надо обойти. И зашел один раз сосед, смотрю, в тапке, халатах, причем в халате жены, блядь, в розовом, блядь. Я их нормально, блядь. Ну, слушай, классный халат, я бы тоже в таком ходил. Ну, наверное, я тоже. И к мужикам бы приставал, да? Ну, он бы... Невер, он только к тебе пристает. Дон, я, короче, сгоняю. Я, ты знаешь, я быстро, блядь, там. Мне, блядь, давай, давай, лети. Надо было тебе уже минут 10 назад. Уже повернулся. Блядь, ну серьезно, ну планирует открываться этот Сирус? Мне кажется, это никогда не прекратится. Не, мне кажется, сегодня это ГБЛа уже все. Угу. Ну, если не завтра. Они часто летало, да? Ну нет, вот как они обнову запилили, рестарт был, и все. Понял, это называется «дверь мне запили», вот они запилили, а теперь открыть не могут. Мне вот интересно, кстати, а что там Суза в PvE Raid один сидит? И он так со самого начала, по-моему. А он всегда в Солиново где-то чилится. Не, он обычно пока сидит, либо у тебя в этом, в статик 3. Ну, дом все-таки. Не, ну у нас, блядь, шумная на самом деле, башка реально, блядь, начинает. Блин, на самом деле канал надо удалить. Да, ставь, я там сижу, бывает. А, ну ладно. Зачем? Просто. Вспоминаешь? Вспоминаю, это были времена. Уходишь от угла, от стены к стене, пинаешь. Понял, захожу в убитую тару, захожу на гнева и бегаю к этому, к дальней стеночке. Ностальгирую. Так, ладно, там серьезно, там опять, по-моему, гасни по музыке началась. Нет. Нет еще. Нет. Исповедно, телевизор слышно. Что у меня слышно? Телевизор. Телевизор? Тебя как будто на базаре торги идут. Заходите. Стоп гир нормальная передача. Бля, вы видели новое введение в Дискорде? Можно для каждого канала в Дискорде другую аватарку делать. Вот это да, полезно. Да, ну-ка, ну сделай. Да, нет, у меня одна. А где, как сделать? А ну сделай и быстро. Короче, справа, там, где список игроков, ты на себя нажимаешь, там, редактировать профиль сервера. Так. Вот, и там можно ник на каждый сервер ставить и аватарку. Так делать. Это можно было делать. Чего? Так это ж вроде можно было делать до этого, нет? Ну, это в автомате теперь. Ты переходишь на другой сервер, у тебя сразу другая ава. Ебать! Но аватар только для подписчиков Нитро. А, да? Да. А, никогда вот не подстава. Кубов, купи мне Нитро. Да там обычно люди пишут в чат. Кубову сказать, и он Нитро раздает. Кубов, да, Нитро? Ну, если ссылку найдете там с прошлого аккаунта моего, который в чате. А, да, была ссылка, которая взломанная, да? Да, я про нее. А, ну, в другой гильдии также было. Чувак скинул ссылку, кто-то написал, да не, норм тему скидывает, и все перешли, и в общем аккаунт его сразу, ежесекундно. Я сразу понял, что это шляп. Кубов, покажи, где тебя Discord нейтрал. Зашло. Да я сам нейтрал, как бы. Покажи, где нейтра тебя трогал. На кухне.
Погоди, а вот у нас Вовбро нейтрагон. Смотри, бустер. Да нет, он задонатил, у него денег много. Оля, какой. Как и у тебя. А он каждый вечер, я смотрю, в магазине донатит. Конечно. А ты не завидуй. Да, в смысле не завидуй? Не, ну... А чего я завидую? Мы не завидуем, мы восхищаемся скорее. Вроде заходит, давайте уже зайдем, ёбнем и уйдем отсюда нахуй. А мне кажется, опять вылетит скоро. Давайте так, если еще один вылет будем, получаем full EP и все, и РТ кончено. Что так, еще? Айнан, смотрю на тебя. Молодец. Красава, просто тигр-лев. Не знаю, я решил так. Пояс поменял, молодец, прям вообще. Вы проявили себя как бесстрашные герои серебряного авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели ледяной коробки. Пирекс, очень странно, я двигаю за тебя, тебе не кажется? Нет такого испытания, которое мы бы... Ну, я потом перекачаю. Все, он Макс с бутыльниками к Вичу приставал. Блин, пацаны, пошли в доту. Лучше лол. Шо по рейтингу? Потрогает твои старые кости. Да. Сколько? Да, я не помню, 4200 было. Когда-то, год назад. О, опять вылетел. Вроде. Да, я только зашел. Чё? Это пиздец, вы че серьезно, блядь, своими ебаными, блядь, сука, дрениками. Ребят, давайте на сегодня ро уже, если без рофлов. Ну, слушай, это... полчаса будем сидеть минимум на этих. Чего? А чё, ребят, может мы сделаем РО, я вам просто ЕП-шку всем начислю. Да-да-да. Да? Я только за. Чё-чё-чё, я не хочу здесь сидеть, он сейчас ещё, блин, вылетать будет. Он и завтра, мне кажется, будет вылетать. И... Давай, да посмотри. Уже, блядь, 25 минут. Ладно, давайте, блядь. Да, минут через 5 вернусь тогда, посмотрим, что будет. Ну, если что, зайду так. Уже? Сука, со своими ебучими дренейками. Ладно еще дренейки, но вот эти, блядь, ебаные, блядь, дворфы конченые. Ой, ешки. Пошли. О, деда, андеда бы сделали, было бы весело. Вот пальчиком прям, вот позвоночник. Что так. Ну что надо сделать, ты? Бля, гаси, извини, я тебя опять отключу. Ну да, ладно. Да я бы включил, может, что интересное. Да нет, но это все-таки приватно. Не подслушивайте, это личная жизнь. Я здесь хранитель правды и нежности. Заходи на паладина, устраивай нежность. Руки на стол положили быстро. А у тебя паладин дренейка? Конечно. О, у меня дреней паладин, кстати. Так дреней или дренейка? Дренейка, дренейка. Нужно дреней? Ну, нужно, блядь, ну как-то, ебать, не знаю. Ну, типа, блядь, не то чтобы себя не уважать. Любить жрать помои. Вот, как я могу сказать, это для тех, кто делает дренеев мужиков. Ну, типа, он же максимально, типа, он же ублюдский, он хуже, чем дворфийка. У меня паладин дворфийка. Так, а гнома ты за что удаляешь-то? В смысле, да гномы, типа, гномы нормальные ребята, там сидят эти лепреконы, там все тусуются в подвале. А дворф это, типа, недоразвитый человек просто, типа, ну, как бы, зачем ты изначально, типа, неполноценного человека создаешь себе? Блин, там фамилька была, что ты делаешь? Подожди, там, там что-то исполин палит? Да, он там удаляет пацанов. Что он удаляет? Ничего он не удаляет. Там маленькие уровни, зачем они? Там гнома удалил и хантар. Где? Там... Почему я не вижу? Ну, потому что сервер решил, что не надо. Уже все. А ну, удали что-нибудь. Вон, и Ледана, видишь? Вижу. Удали. Ебать, у тебя графика жесткая, это что такое модное?
На полных настройках играешь, что ли, псих? В смысле, такой всех такая? Или это в смысле, еще? Не знаю, я этих эффектов не вижу. Вот за что там вкручивает, это у меня вот там три блика, дай бог, что вот, на минимальных настройках. Вот меня. Ты чё, выкрути все вон туда, назад, вот видишь, вот вверху бегунок? Вот. Выкрути где было, да. Напротив него выставляешь, короче, вот у меня вот такое же вот изображение. Там написано, да. Познай мой мир. Еще в звуки зайди, и там в звуках еще можно подкрутить, чтобы это, типа... А у тебя на самом деле вместо экрана, короче, просто картинка, знаешь, бумажный листик. Ой, блин, удаляй. Запустила в игру, заходите в игру. ШП-шку удалять? Да надо было, да. Но он красивый, не нужен. Слушай, ну я захожу и вижу на своем шамане розовый щит. Сразу чувствую респект. Скрин сделай. Да, я тебе даже, блядь, включу этот камеру. Вебку, да? Да. Видеочат не доступен, Блядь, 25 участников. Прикинь, не дает мне показывать экран. Ладно, включай, я выйду тогда, там хватит народу. Давай, вон в ПВЕ, в владилку прыгай. Да. Называется вебкам Вовки, да? Будет тебе такое испытание, Фордринг. Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами. Что там пускают? Да, даже люди бегают. Вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне. О, появился. Да я запустил босса, сейчас должен появиться. Ничего себе, даже успел. Или вы опять вылетали? Угу. Мне еще что раз вылетали? Босс появился. Да, босс стоит. Давайте 5 минут подождем, чтобы мы это... Бля, пятница, народу столько в магазине, бля, пиздец. Все бухают? Да, все пьяные, блядь, уже. Уже пьяные? Да, да. Заебись. Все торопятся, после 11 за счет карты не купить, блядь, только наличкой, нахуй. После 11 у вас можно купить что-то? Ну, только наличкой, блядь, продают. В смысле это? С открытыми бутылками? Что еще раз? Говорю, с открытыми бутылками? Нет, просто. Ну, нет, в пакет черный просто тебе дают и все. Нет, только в частном магазине. Ну да. У нас хитрее делают. У нас
короче, там где-то бутылок 15 пробивают по кассе до 11. Потом ты приходишь, у них какой-то фейковый товар, ты его можешь и по налу, и по безналу покупать. И все. Не, у нас просто приходишь и за наличку, блядь, любой алкоголь покупаешь. Да, у нас лучший сервис. У нас тоже хороший, там стул поставили, бутылку просто тебе открытую продают, и все. А, типа кафе, да? Типа кафе, да-да-да. Бутылку открывают, и себе отдают. Ты ну, открываешь. Также разливуху можно продавать. Ну, да-да-да-да. Главное, стул поставить. На разливуху нет такого закона. Дон, может, тоже в магазин побежал? Нервы, блин, нервы не задают уже. За венцом. Понятно. И таракан рядом усами шевелить забавно. Скользкий получается, скользываешь на него. Идеальный вейп. У нас тут в целом нормально, только идеально. А вот Дон зашел. Идеальный нужен, Гарри нужен, вейп нужен. Вроде не выбрасывает. Да, да, есть. Даже этот на месте, босс. Босс вообще на удивление сейчас прям с нами. У меня только бананчик есть. Так, Гарри уже здесь. Фейп остался. Корнес, у тебя трансмог, ты как будто на рыбалку собрался. Ты слышал, я тебе уже это говорил? Ловишь аренопоинта. А где вот этот цветок брать, который поет? Ну, по-моему, в ночном рынке. Так заебывает прикольно, блядь. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. 150 голосов вроде он стоит, да? Это вы про коробку? Нет, он вроде с имени-то с какого-то. Я вот на Уфе помню, имя какое-то было. Не, он здесь он за голоса продается. Пива не хватает. Фип. Там, короче, вот эта игра, знаете, типа Plants vs Zombies, там такая же, что не было сделать. Тайси. Тут надо сделать тем, который будет киша. Подожди, а Тайси у нас в этом вообще в Дискорде? Где он? Ну засадишь Путина хрена или пипали человека. Услышал, что типа не этот. Тайси, сейчас я ему напишу. Нет, в Дискорде его нету. Че, 24 пробуем? Так, конечно, так убиваем, да и все. Давайте ребаф на готовность. На место кто-нибудь под босса. Войд, ты в танке, я, наверное, на сверков. Сверки не трогаем больше. Кроме, наверное.
Все, все на месте, отлично, давайте. Он, давай ДП. В модни не пойдем. МК дайте, пожалуйста. Да, это скорее всего, это поздно, 23. Я уж отвык от такого. Че, все, все готовы, да? Давайте. 5, 4, 3, 2, 1. Он сбил. Беги, Пирекс, быстрее, на ускорителях. В лужу. Дайте ему был. Да, 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 ресы. Ребаф по ДКшке дайте сразу. Зачем вы там сбили, блядь? Ладно. Ох. Хорошо, блядь, не забываем. Кто там? Дуат, подойди сюда, открипай вот эту вот сферу в меня. Ко мне прям иди. Все, грипай, 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 быстрее. Понятно, ладно. Разбивайте, вот. Блядь, чего вы это? Ты расстояние. Поднимите даме. Трэш, подведите под босса. Черепочек сыграли. Чей это трэш там развлекается с бомжом? Бомжа своего притяните от себя. Арун, твой бес. ДКшники. Угу. Еще один ДКшник с бомжом находится. Похуй, добью. А, не добью уже. Я предлагаю расход, короче, блядь, блядь. Да, да. Давайте разойдемся. Да, давайте. Да, это было. Ёбаный Сириус, блядь, какие, сука, ублюдки ебаны со своими нахуй ебаными дренейками, блядь. Но кто-то нашел баг, видишь. Да пошли не нахуй со своими багами, блядь. Пидоры, блядь. Да ладно, что ты так нервничаешь. Заебали, блядь. Я выпустить обновление в 3 часа ночи. Ну, а вот так, кто его будет вести в 3 часа ночи, а так вот. Я уже въебал мне уже всю ночь. Вот тут нервничать сейчас. Получается, что, все на сегодня, да? Да. Да, давайте. Согласен. А сколько ЕП начислят? Пол ЕП начислили, за ОНИ начислил. Красава. Вот это хорошо. Вот это красава. Согласен, да. Это достойный РЛ, да? Не так обидно.
первый раз. Сизгубоба. Согласен. Все, ребят, всем спасибо, да, всем удачи. Да, всем да, вам. Давайте, давайте. Пока-пока. Что ты думаешь? Куба Пельбер. А Саоли тоже начислят? Конечно. Да, начислим. Да мы в теории это все убиваем. Но... мне кажется, пора бы уже просто ИП давать людям и уходить. Испугами закрывать, да? Типа вы сильные, вы так справитесь.